Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Не могу вас в очередной раз порадовать красотами. Я если не снимаю второй раз, посмотрю, какая версия лучше все получилась. Очень красиво сейчас я посмотрел. Просто фантастически выглядит вот этот вот обрыв. Попробуйте сейчас его посмотреть внимательно. Я пройду на предельно малой высоте. Попробуем полюбоваться, как это волшебно совершенно. Голубой лед выглядит. Сейчас следующий ракурс будет, наверное, получше. И тут еще водопадик есть сейчас. Водопадик на пикирование засыпем. Посмотрите, как красиво. Пещеры ледяные. Просто фантастика. Я летаю и практически плачу. Летаю и плачу от восторга. И от радости. Оп. Оп. Разворотик. Ну и давайте я сейчас спикирую на... Зайду на этот... Прям по курсу сейчас попробую максимально... пройти близко к водопадику, который течет, видите, из-под снега. Вот, еще один из-под снега. Сейчас максимально близко к стеночке ледяной. Вот, смотрите, какая она восхитительная. Восхитительная. А здесь плоский лед пошел, и вот она, плата ледниковая. Красивая до безобразия. Очень красивая. Ну, я здесь так болтаюсь в динамике. В принципе, нам на Монблан пора. Но, с другой стороны, когда вот так вот возьмешь себя и уделишь пару минут для полного безоговорочного счастья. Посмотрите, вот они, водопады текут. Вот они же, вот. Вот. Из-под этой самой ледяной плиты тоже все течет. Как же красиво-то, а? Уйду, скала какая, жизнь. И я примахнули. Планер – это высшее наслаждение. Это искусство. Это жизнь. Как я люблю такие полеты. Посмотрите, вот сейчас внизу хорошо видно, как вся эта масса воды скачет, грохочет внизу. Вот этими водопадищами. Так, есть у меня? Да, в принципе, у меня есть. Нету возможности. Ну, немножечко еще доснимаю. Если кому надоело, может дальше не смотреть. А кому не надоело, может еще полюбоваться. Вон они, вот смотрите какие. Как вода бьет из-под тела ледника. Ой, кайф. Просто полный и безоговорочный кайф. Да, фундаментально. Разворотик. Вот они, красавцы. Вот он, красавец ледник. Вот они, красавец водопады. Да. Вот так вот, уважаемые любители планерного спорта, можно летать в самом лучшем месте на Земле, во французских южных Альпах. Полный кайф, безоговорочный. Аривар.